По закону не платить за капитальный ремонт в России могут только те собственники, чьи дома попали в реестр аварийного жилья. В Сарове таких домов нет, а это значит, что все собственники жилья на территории нашего города обязаны вносить плату за капитальный ремонт. С неплательщиками у регионального оператора разговор особый. Какая же ответственность наступает у неплательщиков? Сегодня неплательщики обязаны оплатить не только задолженность по капитальному ремонту, но и обязаны оплатить пени, которые начислены будут за тот период, за который они накопили задолженность, и плюс еще судебные издержки. В администрации города подчеркивают, должников по капитальному ремонту в Сарове немного, 15-20% от общего числа всех собственников жилья. И чтобы в Новый год должники вступили без долгов, региональный оператор создал некую форму амнистии. Региональный оператор объявил о том, что он предоставляет рассрочку по уплате взносов за капитальный ремонт. Для того, чтобы оплатить рассрочку, нужно заключить соглашение с региональным оператором. Такое соглашение, значит, можно пойти и заключить с помощью биллинговой компании. Чтобы получить рассрочку, необходимо предоставить копию паспорта, копию правоустанавливающего документа, копию квитанции ЖКХ за последний расчетный период, а также заполнить соглашение о предоставлении рассрочки по погашению задолженности за капитальный ремонт. За более подробной информацией можно обращаться в биллинговую компанию Сарова по адресу улица Духова, 4 или по телефонам 50384 и 625-57. Кирилл Осинин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.